Senin gece lambası var bak. Gündüz enerjisi alıyorum. Сушилка для пыльцы. Это сушилка для пыльцы, да? Сейчас все из нержавейки. Зеленая сетка. Где? Линия для фасовки мёда. А вот здесь воскотовка. Да, это солнечный восток. Гюнеч энергии. Солнечный или как? Есть. Сон. Сан. Сан вокс. Аня. А вот здесь есть? Здесь есть биквин. Здесь есть по биквин? English? No. No. Декристаллизатор и кремовой.
горячая вода заливается. Ой, нет, нет. Да, видимо, он... Так, смотри, внутри нету этого. Ничего. Ну, для меда. Сюда вода, видимо, видишь, какая толстая стенка. Сюда заливается вода. Ну, просто, ну зачем много действий делать? Смотри. То есть, надо перелить, да, в этот... в эту емкость мед, потом его декристаллизировать и обратно переливать. Да, если можно просто при октаре декристаллизировать его, как у нас декристаллизаторы обычные есть. Это что-то для мозга. Я думаю, воскоток какой-то. Похоже на воскоток. Водяная, паровая. Сделано. Канди? Канди, да, да. А там тут нету литкового заградителя. Вообще еще литковый заградитель сюда ставится. И открыл сразу прилеточка. Прикольно. По-моему, очень интересно. И крыши у них интересные, по-моему, закрыты, были, да? Пластиковая крыша, которая... Похоже на пластиковый ящик. Да, вроде как ящик, а... Я думаю, это не дерево, какое дерево, в принципе, вбито. Ну, очень крепкое такое. Очень плохо. Надо подумать. Так, перехвачу инициативу, да, сетчатое дно. Вот, это получается... This is for... Пыльца, не помню, как пыльца. This is burning. Чихуя. И сюда высыпается. This is... Бунна нанде. Ага, прилеток. And how much this? Вот это весь набор, такое дно. How much? How much this? $7. $7. $7. Это вообще не дорого. $7, 140 гривен. Но деревянное просто стоит. Ну, разделительные решетки. Все понятно. Но дно очень понравилось. Пишите ваши комментарии по поводу дна. Как бы, как вы смотрите на такое дно? Что, литковый заградитель? Ну, это косяк. Ручечка, в принципе, удобно смотреть. Ну, пластик такой, ну, так. Ну, это литковый заградитель, ну, я не знаю. Это линия по распечатке. Правда, смотрите, вот сюда падает заброс, и стоит шнек, который... Это финны? Ага. You can see much more better this video. Ready? What I see this video on YouTube. Yeah. You not can come here and take a photo here. No. You not can. You can only... I photo this. Yeah, please. Yeah. Короче, финны нам предлагали тут заняться дополнительным бизнесом. Поставить ихнюю машину на трейлер и ездить откачивать мед за деньги. Ну, за какой-то процент. Как комбайн. Так, это бибок, знаменитый в финский улей. А ну, пооткрывай и поснимай. Ну, сюда иди, вот. Ну, вот тут. Бибокс, 11 евро корпус. Что, ну, ничего такого. Хороший, конечно, этот. Не литые.
это же, по-моему, варят, это же, да. Кто? Пенополистирольный. Это ППУ. А, это пенополистирол, да. Ну, что сказать, опять-таки, сборные, ну, понятно, что не так, как у нас большинство делает, пчеловодов вырезает, да, ну, не скажу, это плохо или хорошо, но как, по-другому сделаны. Все детали, которые могут оторваться, они под пластиком. Вот, ну, все читают, ну, приятный на ощупь, конечно, сделан очень, очень качественно. Разные модификации, шестирамочные, те, которые у нас сейчас тоже ребята сделали, очень хвалят их, там на канале Булатов 100, на канале Фабро эти шестирамочные ребята хвалят. Не, это они улья Булатов и эти и Фабро, они содержат улья. А вот этот ты умеешь? Вот этот какой-то очень маленький. Ладно, пойдем дальше. Вот весы. Весы. Первый. How much is this? Sorry, how much is this? 240 euros with battery and charger LED Inox. With GSM? GSM model? Yes. No, SMS. SMS. Вона йде у нас от церкви, що хочу сам писати. Серби. Я з Кутурановичем, мої типи. Вас з Кутурановичем, а Кутуранович не дошло, що сам писати. Yes, please. Не дошло. GSM модуль там. GSM модуль. Yes. SMS for phone. Yes, yes. Yes, 200 евро. 6 тысяч за весы. Ай-яй-яй, больно. На замет, мы решили попить кофе на выставке. Два кофе и сэндвич стоит 27 лир. А это? Приблизительно 230 лир. 230 лир. Короче, как вам сказать, в Турции нереально дорого есть. Вообще, каждый прием пищи, если на двоих человек, ну, не менее 500 гривен, это, ну, как бы небольшой завтрак или обед или ужин, не менее 500. Там вчера мы заказали два блюда, сколько, 800 чем-то гривен мы потратили. Это отбивная, картошечка была и типа салата. И причем что, ну, турецкая кухня не очень вкусная, так что вот с едой тут некоторые вещи очень в Турции дешевые, но не еда. Можно, конечно, где-то перекусывать, ну вот. Ну, у нас не хватает времени бродить по магазинам и покупать себе еду. Ну вот, в общем-то, вот этот 230 гривен.